пойдешь? Это, блядь, сейчас очень заебательская штука, блядь. Кстати, мы приехали, да? Кстати, очень, даже кстати, блядь, очень. Вот, помнишь, у тебя давнишняя мечта была? Вот, Сережка, блядь, охуеть. Слушай, а ты можешь ему эту послать фотографию? Да. Можешь? Принимай добро. Нихуя себе, блядь. Давай. Если я буду как мистер Стэнсон здесь нахуй. Да. Нихуя себе. Ну, эти они как бы тут съемные. Вот. А здесь подножка еще. Майк, гляди-ка. Иди сюда, садись. Вот это вот на карифаны, блядь. Мы когда с Вадимом ехали здесь, Вадим немножко очковал. Иваныч говорит, это я этот мост поднимал. С Сережкой они какие-то свои делали. Ребята, а у меня вот здесь вот список всех тех, кто вложил душу, сердце и энное количество деревянных рублей. Мы едем к Алексею Ивановичу на торжественное вручение кресла-качалки. Хочу искренне сказать спасибо, я сейчас тоже с ним на эту тему поговорю, за ваше внимание, за вашу заботу и уважение к пенсионному возрасту. Ну, уважать старших мы все уважаем. А вот Алексея Ивановича, согласитесь, отдельный респект. И у нас, я думаю, сегодня будет что-то весьма интересное. Можем позвонить, он там обычно на горке стоит и машет. Два урагана будет, да? Да. Интересная, да, методика? Вроде интеллект у машины, как у газели. А. Ой, воздух какой чистый, Алексей Иванович. Воздух очень хороший. Здравствуйте. Мое почтение. Почтение. Это тебя капитан, это тебя старый, да, еще? Старый. А твой я оставил в гараже. На свадьбу ходить? Да. Или на праздники только одевать, да? Хорошо выглядишь. А что, мне хуево выглядишь? Тебя рад видеть. Годишь. Загорел. Ты ж в сачах такой загар никто не привозит. Из сачей. Да, кстати, ты он какой? Какой? Как пуаз. Загорелый, да. Пуаз. Я тебе говорю, блядь, сюда приезжай, башку оторву нахуй. Совсем, говорю, петух ебучий. Ну, скосили траву. Ну! Нихуя. А как же ты наливаешь? Вон что, кто шаяк сходит. Ну а колонку у вас? А вот это я изломал, колонку. А, это пес шелудивый. Да, недоломок ебаный, блядь. Да тут, блядь, я говорю, блядь, их... Спецотлов, да? Вот, Дим, вот когда ливень пройдет или чего-то, и они, сука, уехать не успеют. А у, ну там переднеприводные, там заднеприводные. Ну сейчас в основном у всех переднеприводные. А тут видал, какая дорога, уехали. А если ливень пройдет, там пиздец. Конец света, да? И вот идут ко мне. Иваныч, ты его домашний собираешься? Я говорю, все, говорит, тварь. Я расстоит ураган. И будет стоять. Я будет там, я говорю, сейчас не зима, а не замерзнется, нахуй. Идите, нахуй. Я сейчас все, нахуй всех посылаю. Прямым текстом прям, да? Прямым, откровенно, честно, нахуй. Во-первых, у меня и так старичок, рвать-то нахуй не нужны. А ведь вот я еду туда, один раз поехал, вот последний раз поехал, 7 машин стояло. 10, 12, а тут что, вардатый? Это тебе, блядь, не Арзамас, не Нижний. Вот там такие крутые машины, тут редко-редко найдешь. Ну, найдешь, у этого вот. Сандера, старше моего Дастера. Вот тут Логан, тоже старше моего Дастера. Ну, погремушки все нахуй. Вот. А хлеба привезти не могут, да, когда попросят? Ой, блядь, знаешь, как развонят. Иваныч, у тебя у самого машины это около дома стоит. Неужели за булкой хлеба ехать, да? Я, ну, дам километров. Я тебе бензин, 5 литров ты там сождешь. Дам, я, ну, ты приедешь, я тебе дам. И за хлеб заплачу, и... Да ты заебал, у тебя у самого машины около дома. Я все говорю, петух. Надо банку. Да, банку, позже, конечно. Вот. А у него хозяйка тоже Татьяна. Так что ты свои Татьяна, да. Ну, а вот сейчас туда упадет один цветок. А вон еще один, Тать. Вон висит. Вот висит. Здравствуйте, жена Любион. Ты что? Ну да, они уже так это. Сейчас привезу, она прям. А как же? Впечатлена будет.
это обязательно. Тебе тоже надо? Нет. Почему? Почему ты такой елок к своей жене относишься нахуй? Не, красиво. У себя около дома. И ушел нахуй. Я на так вот огонь так вот обошел село. За дами. И вот здесь 6 домов и 4 бани. Как Фомаху ему сбрил, блядь. Я вот сюда приезжаю. Что-то туда-сюда базарил, базарил. Я ушел нахуй отсюда. Поджигать. Как твои новые фразы, да? Продерни. Я рассоит ебаный зажигаю, блядь. Я ебаный улос, блядь. Куда мы попали нахуй, а? Ну, навигатор в телефоне еще есть. У тебя УАЗики нету, да? Нет, на какие там нахуй навигаторы? Это ты теплой водой поливаешь, да? Обязательно. Обязательно. Ну, у тебя туда все позеленело. Ну, блядь, мужики, я тут человек хуя, что покажу, я хоть здесь торчу. И тут чипсы, да, у тебя будут? Какие? Ну, чипсы вот. Да. И цветет как, блядь. И ты жуков собираешь? Да. Ну, и жена в основном. Я нихуя, вот. Мы... Ты, знаешь, только такую, да, физическую работу? Вот сейчас она открывай. Ага. Сейчас смотреть ни в коем случае нельзя. Нахуй. Цвет опадет, да. Нет, цвет не пойдет, мне цвет похуй. Я старый фермер. Нет. Я у бабушки на фазе, не знаешь. Нет, это нельзя морить, когда цветет. Потому что яд-то, блядь, сами будем жрать, нахуй, да, нужен. Вот. Чеснок завязался, да, уже? Чеснок, все, вот, надо стрелки обрывать. Угу. Вот сейчас помидоры посмотрим. А ты его в воду не опускаешь, вот эти стрелки, потом... А жена мне их жарила, как ты? Вот, еще, моя фазенда. Еще фазенда. Ну, это Сережка с этой, с Женькой посадили. Они себе... Ну, это сколько вот здесь? Сотки полторы, наверное, да? Да побольше. Больше? А вот я тут что-то озадачился. Вот сотка, это сколько квадратных метров? 10. 10 на 10. 10 метров так, 10 метров так, 10 метров так. 10 на 10. Квадрат 10 на 10. Ну, это получается уже 10 квадратных метров. Вот у меня у мамки сад. 6 соток. Ну, там не 60, на 60 там меньше. 60 метров-то это вот туда. Ну, в общем... Это, наверное, 10 квадратных метров. 10? 2 на 5, вот, к примеру. Это сотка, короче, да? 10 соток земли, это 32 метра, там, с копейками, на 33 и там тоже с копейками. По сути, получается почти 900 квадратов, да? А так 10 соток. Угу. Все, понял, нолик убрать надо. Вот, грубушки растут, я вот я бы. Алычи нет у тебя? А? Алычи. Нет. Искал, так и не нашел, нихуя не видел. Давай на юг поедем, привезем тебе. Вот это, как ее. Колется, блядь, не смородина. Ежевика. Ага. Ну я знаю, что это крапиву колется. Но... Крапиву нахуй нужно. Я же вон пускай жрет, суп крапивный, вон. Там, такой. Что за ягода? Да. Алексей Иванович, а ты не смотрел Харламов, Батрутдинов шоу, там они ХБ снимали? Блять, она уже опала, что ли, все? Только дилетант не узнает, да, что это ежевика. Сволчь ягоды они берут, любовь. Это не ежевика, надо. Сволчь ягоды, да. Блять, она все опала, нахуй. Сразу видит дилетант в своем деле, да, помнишь? Рюкзак себе не нужен. Да есть все ребятишки сюда подходят. У тебя лодка, да? Да ну, нахуй, пиздец. Я на сережке поехали сесть ставить, налетели на сук. Это или заклеить, да нахуй на вас сразу. Я-то на рыбалку ездил, Алексей Иванович. Ничего не поймал. Ты? Жара, говорит, да. Тут у меня племянник приезжал. Вот сосед. Где-то он там оставил сеть. Вот как, каких вот окуней. Штук 5. Блять, хороший окунь. А сережка пошел, поставил экраны. Туда дальше. Угу. На реку. Щучку хорошую. Запуталась, да? Да, двух окуньков. Так нормально. Пожарили, да? Да нахуй нам, я ее не ем. Я тоже не сильно чувств испытываю. Я ловить тут люблю, а это нет. Хорошо, и легко, а здесь, вот, легко здесь дышится. Сейчас скажу, конечно, это на реке. Поехали. Хозяйки, скажу, дожатый. А вон там еще пионы. Сейчас я скажу. Носки, он. Это рабочий, все нахуй. Тут что-то... Тут еще везде, блядь, цветы, везде кругом. А ты на охрану ставишь УАЗик на ночь? Ага, обязательно, как же, блядь. Я там сам хожу, блядь, с колотушкой. Богдан, что спокойно, нахуй. Приступай. Кубок, да. Я, блядь, вот туда. Сумки. На капот. Тут вот эти вот ебаные шпалы, бруски, всякое. Блядь, думаю, не дай бог съедут и замнутся. Ну, нахуй.
поставил на полку, даже Сереж говорил, я говорю, поедешь? Гараж поехал. Деревню поедешь? Я говорю, хочешь, сюда приедешь? Я не хочешь? Я говорю, там по порядку не иди. Ну, во-первых, смотри. Я тебе, да, не передал. Свыкся. Я что, армадель? Да. Я же тебе говорил, я же не с пустыми руками. Нихуя себе, блядь. Видишь, изолентой замотанной, я уже почти две недели вожу. Нихуя себе. Ты свыкся? Да. Он же тебе в тот раз давал маленькую бутылочку. Ну, говорит, у меня есть. Подожди, Иванович, передай. Это вот тебе передал наш подписчик в город Нижний Новгород. Это прям какая-то заводская, какая-то рябина там настойная, сладкая. В общем, это там, может, к столу, там, как что, я уже это, блядь, это очень заебательская штука, блядь. Кстати, мы приехали, да? Кстати, очень, даже кстати, блядь, очень. Вот, помнишь, у тебя давнишняя мечта была? Вот, Сережка, блядь, охуеть. Слушай, а ты можешь ему эту послать фотографию? Да. Это, можешь? Да. Давай, я подержу, а ты фотографируй ему. Ну, сейчас попозже фотографируешь. Это Миша. Миша и жена у него Марина с Ярославля. Помнишь, Миша, ну, поздравление тебе такое в стихах написал? Ну. Вот, это он тебе подарок передал. И меня ее кто-то просил. Сережка говорит, бать, не отдавай. Не отдавай, ты чё? Все равно, говорит. А он меня спрашивал, Сережка. Он говорит, бать, а мы свой как раз куролесили у меня в гараже. И он у тебя спросил. Ну, Дим, ты можешь сделать? Ты говоришь, блядь, ноль проблем. Он говорит, бать, Димана, говорит, наверное, забыл. Я говорю, нихуя он не забыл. Я рад, что тебе сейчас. Ну, честно, я что-то у меня вылетело из головы. Но это от них подарок. Это из Ярославля. Спасибо большое всем. Огромное спасибо. Надо было адмиральскую куратку, блядь, сюда вести. Вот, Алексей Иванович. А самый главный. Ой, Татьяна Алексеевна, спасибо. Давайте я возьму. Обычно мужчины, да, там. А что, стой. Ой, Алексей Иванович, пойдем. Вот давайте прям. Можно кроем его вот так. А можно пакет его? Да ну, я на руках довезу. Да. Блядь, спасибо большое. Алексей Иванович, ну ставь на землю. И самое главное. Помнишь, мы тогда приезжали с Вадимом? Ну. Из Москвы. Ну. И, короче, у нас возникла идея. Помнишь, ты говоришь, это хотел? Ну, на старость летом посидеть, покачаться. Принимай добро. Нихуя себе, блядь. Давай. Нет, я буду как мистер Фернсон здесь нахуй. Да. Нихуя себе. Ну, эти они как бы тут съемные. Вот. А здесь подножка еще. Майк, гляди-ка. Иди сюда, садись. Вот это вот на карифаны, блядь. Я ее хуй здесь оставлю, я ее, блядь, в ромат забрал. Ну вот там банда большая собралась, все как бы, в общем, от Вадима Тихонова, от Михаила и Марины Максимовой, от Ярославля, который флаг передали, от Евгения Вячеславовича Лукина, от Николая Геннадьевича В. Я просто, ну как там... Были выступления, да. Алексей Сергеевич М, Алексей Павлович М, Александр Сергеевич Г, Вячеслав Викторович Т. Я так понимаю, это Вячеслав Ташкин из Сарова. Киа Церата мы ему делали. Иван Васильевич М. Это, я так понимаю, мы делали... Он тебе тоже презент передавал. Я тогда передавал тебе. Белую Мазду мы делали в мае. Иван Митряй, я так понимаю, это ты там... Он вклад внес 2500, представляешь? Нихуя. И что хорошо это? Это секрет. Николай Владимирович С, Роман Юрьевич Л, это, я так понимаю, Рома Логинов, это наш друг и Арзамасский товарищ, и Дмитрий Егорьевич Е. А еще вот вопрос один был. Ну, паренек один хочет купить машину и сделать музыку. Вот твое мнение. Вот у него поступило предложение на АвтоВАЗе в Тольятти. Есть семерка ВАЗовская, новая, 2010 года. Вот стоит брать ему или все-таки подержанную взять? 10-го года? Да, то есть она в 12 лет стоит на стоянке, я так понимаю. Ну, я думаю, лучше взять эту вот, которая стоит на стоянке. Без пробега, без силы. Ну, конечно, да. Зачем брать эту? Кота в мешке. Я так считаю. А здесь без... Спасибо, доброе здоровье. Без пробега ПРФ, да? Да, конечно. Присядь, Алексей Иванович. А почем? Ну, не знаю, я так понимаю, по какой цене. Маленько на зиму. Ну, здесь еще это. Ой, низинка. Там, Алексей Иванович, вот так вот, если что, два шурупа, да? Я уж не стал там... Конечно, я сделаю.
блядь. Иван Иванович, сейчас выйдешь. Кто это качает? Мистер Свенсон. Мы это, Дим, Дим украинец, он это, разувался. Да? Да. Я тоже разувался. А, этот трап чистенький. Ой, блядь. Хорошо, заебись, спасибо большое. Вот, всем большое спасибо. Я хуй его здесь оставлю. Я его, блядь, домой. Вытащу на лестницу, блядь. Трубку закурю, блядь. А вас, товарищ Жуков, я прошу сдержаться. На семафорке-то осталось? Да, будешь? Ну, нет. Какие номера? На всех машинах. 5, знаешь как? 5-2-0 на фоне белого. Да, красиво. Красиво. Хороший номер. Штунов умер на той неделе, да? Слышал? Да, слышал, блядь. Ну, Штунов, включим. А, да, да. У тебя есть? Конечно, давай, Алексей Иванович. Давай, давай. Я шоколадный зайц. Этот, негр, негр, да? Да. Я не, я новости не смотрю. ЕНЦС. Другие, на черной флешке там. Ты че? А у меня же здесь есть. Тоже есть, есть, да? Есть, да, Диман. Работа наш друг. Да, да. Блядь, побродил. Да нет, ну ты там. Нет, хорошо, ребятиш. Я ставлю буфет, они не... Ой, видишь, что сколько колонок? Видишь, сколько колонок? Видишь, дверки-то? Алексей Иванович, мысль возникла в УАЗик поставить вот немножко. Здесь все оглохнут нахуй. Все, вот вам свадьба, да? Что будет? Да. Нет? Я здесь, чтобы я отдал, блядь. А? Ну, натрой. Жаркий июль. Ну, вот свадьбу можно сделать, да? Радость ушедших лет.